ведь живой, это в вашей терминологии, это, я так понимаю, маргинал. Да, это человек, который... Вот, что такое живой политик? Это политик, который делает те вещи, которые, в принципе, политики во всем мире не делают, если они рассчитывают на руководящие какие-то посты во фракциях или в государстве. Нет? Я неправильно понимаю? Я согласен с вами с тем, что я не занимаю руководящего поста во фракции. Я самый рядовой, самый обычный депутат Государственной Думы. Но... Маргиналы, безусловно, это популисты. Маргиналы — это те, которые ради сиюминутного хайпа и дешевой популярности готовы предлагать самые дикие, самые утопические идеи, утопичные идеи, только бы снискать сиюминутную славу. Но это одновременно люди, которые являются лжецами. Ведь политик-популист – это политик-лжец, потому что это безнравственно и бесчестно обещать людям то, что ты знаешь, что это нереализуемо. То есть лгать людям, которые тебе верят, зная, что ты лжешь, и продолжать это делать с умным видом. Поэтому маргиналы – это все-таки немножко другое. Да? Маргиналы – это такое презрительное отношение ко всем, может быть, политикам, которые не вписываются в какую-то солидную, занудную парадигму. Ну хорошо, простите, пожалуйста, да. Сами вы себя назвали политическим хипстером. Ну, это живой так? Человек, конечно, да. Но когда об этом говорили, о хипстерах, сейчас уже о них всех забыли, они все уже объели своих фалафелей, уже уехали на своих самокатиках. Вот. Но я хотел подчеркнуть, что человек должен жить жизнью общества. И, наверное, тогда тебе легче спроецировать то, что... несет хорошие, благие цели на бумаге, на жизнь реальных людей.